Рождество Христово – один из главных почитаемых христианских праздников. Верующие отмечают рождение младенца Иисуса в Вифлееме. Накануне по всему Приднестровью прошли рождественские богослужения. Православное Рождество в рубрике «Без комментариев». Рождество Христово – это Господь спустился к нам в образе Бога-человека. Я считаю, что мы все должны Его заветам следовать. Возрадуемся и возвеселимся в этот день о Рождестве Христовом. Для нас это очень семейный праздник, Рождество Христово. И, соответственно, мы приходим постоянно в церковь. Для меня этот ребенок очень долгожданный. И так как наш папа на выезде, мы пришли сегодня в этот прекрасный день. Я убежден, что отпечаток сегодняшнего дня останется у каждого сердца.